Привет всем! В этом видео я расскажу вам признаки, по которым вы будете отличать качественные кисти от некачественных. Кисти вообще все в мире делятся всего-навсего на три категории. Это качественные, дорогие, которые прослужат вам не один, и не два, и даже не три года, а 10-15 и более лет при правильном к ним отношении и при правильном уходе. Средние кисти – это кисти, которые при бережном отношении также смогут прослужить вам очень долго. И не очень качественные кисти, которые вам придется многократно переклеивать, которые постепенно, и я думаю, что очень быстро, перестанут вас радовать, из которых полезет щетина и так далее. Итак, основные виды кистей. Кисти могут быть деревянными, пластиковыми и даже железными. Щетина в них или ворс делится всего-навсего на две категории, три. Это натуральный ворс, это синтетический ворс, либо смешанный ворс. Примерно 3 и более лет назад было принято считать, что если кисточка из натурального ворса, это престижно, это очень хорошо и так далее, и так далее, и так далее. Но с тем, что в мир пришли зеленые, что они начали качать права, причем не свои, а бедных животных, которых мучают для того, чтобы добыть ворс для ваших кисточек, в мире все кардинально изменилось. Сейчас производители думают не над тем, как поймать или вырастить соболя, куницу и лисичку и так далее. А они думают, как сделать синтетическую ворсинку такой, чтобы она была лучше, чем натуральная. В синтетических кистях есть огромнейший плюс. В силу того, что их ворс устроен именно так, они лучше набирают материал. Что и говорить, они, разумеется, лучше моются, чем натуральные. И если речь идет о использовании кремовых продуктов, однозначно для использования идут только синтетические кисти. Смешанный ворс также это ваш личный выбор, но лично я, будучи головастиком по жизни, как я это уже говорила, думаю логически. Мы живем в России, и буквально год или два назад у нас было просто нашествие моли. Моль летела с улицы. Разумеется, в таких случаях синтетические кисти будут себя чувствовать гораздо лучше, чем натуральные. А так можно купить потрясающую кисточку из козы за несколько тысяч. Раз, и все, достаточно одной моли, которая там случайно отложит яйца в то время, как вы будете где-нибудь на отдыхе. Вы придете и получите огрызок от вашей потрясающей натуральной эксклюзивной кисти. Поэтому, если вам дорог ваш бюджет, если вы живете в России, в первую очередь, я думаю, что стоит обратить внимание на синтетику. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это крепеж кисти к ручке. Они существуют также трех видов. Первый вид – это когда крепеж одевается сверху и просто приклеивается. Он существует как бы отдельно. Второй крепеж – это такой вот более плотный, это среднего вида кисти. И я думаю, что они достаточно интересны для того, чтобы обратить на них ваше внимание. И третий вид – это профессиональный. Чаще это встречается в профессиональных кистях, когда с помощью железного крепления кисть, вот само это крепление практически вдавливается в ручку, и тогда ей точно не страшны никакие раскачивания, отламывания и так далее.
в одном видео очень популярного блогера я видела, как она моет и сушит кисти. Разумеется, сделала замечание. Девуля мыла кисти и располагала их для того, чтобы они высохли над нагревательным прибором. И потом, мало того, что она замачивала их на долгое время, там, пока красочка там отойдет с кистей, там ваши косметические продукты, так еще и, значит, над батареей. Вполне возможно, это было такое провокационное видео из серии «Не проходите мимо, сделайте мне замечание», а вполне возможно, действительно, человек заблуждается. Кстати, классный лайфхак для визажистов и для будущих визажистов, и вообще для девушек, которым срочно нужно помыть кисти. Например, в дорогу вы собираетесь, и как-то не очень хочется вести их мокрые. Возьмите обычную прокладку Always и разместите кисти на ней, а также еще сверху можете накрыть прокладочкой Always, тогда ваши кисти высохнут в 10, 20 и 30 минут полностью. Вся влага из них, разумеется, испарится, исчезнет, и они будут окей. Также существует потрясающий миф. Для того, чтобы хорошо помыть кисти, нужно купить какое-нибудь экстра дорогое средство, желательно чем дороже, тем лучше, чтобы кисти были чище. Ничего круче SLS за всю историю нашей планеты пока не придумали. SLS добавляют шампуни, мыло, там вообще любые пенящиеся, моющиеся продукты и средства, как раз для того, чтобы вот эта пена, которая появляется, она сходила и вместе с ней сходило загрязнение. Если я ничего не путаю, это было вообще начало прошлого века, когда изобрели машины, и в гаражах, мастерских и так далее, там при замене масел, видимо, там заливании в бачок бензинов, всевозможных там, керосинов и так далее, на полах вот этих вот самых первых гаражей образовывались такие ужасные пятна, жирные, масляные, которые вот сколько ни три обычной щелочью, это было бесполезно. И тогда, видимо, застучали во все бубны, зазвонили во все колокола держатели вот этих самых гаражей и, видимо, посулили очень много для тех, кто придумает что-то, чтобы справляться с этими пятнами. Вот, собственно, тогда и появился SLS. Если не ошибаюсь, его вырабатывают из кокосовой то ли стружки, то ли кожуры, то, в общем, что-то там связано с кокосами. Вся проблема SLS заключается в том, что он действительно очищает, очищает очень сильно и очищает даже больше, чем нужно. Отсюда сухость наших волос, отсюда сухость кожи рук, отсюда убирание таким вот способом с вашей кожи, лица и рук 6-микронной пленочки вашего кожного сала, смешанного с водой, которую вырабатывает ваш организм. И все, вот собственно вся фишка SLS. Что касается кистей, они это выдержат без проблем. Что касается вас лично, я бы советовала вам прибегать к SLS как можно реже. Обращать внимание на состав косметических продуктов, обращать внимание на состав умывалок. Есть люди с очень жирной кожей, склонной к воспалениям. Вполне возможно, в их случае вот этот 6-микронный слой, он 8-микронный или даже может быть больше, потому что на их лицах ничего не держится, кожа жирная. Все ползет, все плывет. Но в случае с SLS и с кистями вам могут подойти обычные умывалки для как раз вот такой проблемной жирной кожи. Они так шикарно будут отмывать ваши кисти, поверьте. И даже вы можете сравнить с потрясающими очищающими средствами, этими так называемыми ремуверами, там мыло, которая стоит там 1000 рублей, там, не знаю, флакончик там небольшой, там, с ремувером для бьюти-блендеров, который тоже там стоит, как не сбить и боем. Поэтому, девочки, обратите внимание, прислушайтесь к этому совету, это существенно сэкономит ваш бюджет, а на
качество кистей и отмывание с них чего-то такого сверхсложного, в частности, тональный крем с повышенным, в частности, тональный крем с повышенным содержанием, там, не знаю, с плотностью какой-то потрясающей, когда вот он схватывается. Когда посадили пятнышко там на вещи и все, отстирывать бесполезно. Да, вот в таких случаях как раз вот эти средства, они помогают. Это миф, косметический миф, то, что ремуверы, они должны быть специальные ремуверы вот такие. Нет. Нет, не надо никакие специальные ремуверы. Не надо тратить бешеные тысячи рублей на средство, которое будет все равно стоять в вашей ванной, на секундочку, подмигиваю. О нем вообще никто ничего не узнает. И еще такой важный момент при мытье. Старайтесь, чтобы вот под эту железячку, под вот этот крепеж не попадала вода, потому что там внутри клей. Все, на клей крепится ворс. Если там все будет сухо и комфортно, и вы делаете все для того, чтобы под крепеж не попала вода. Таким образом, вы моете кисточку, желательно, кверх ногами. И вода, смывающая с ворса, как раз вот очищающее средство и косметику, она по возможности вообще никак не должна попадать сверху крепежа. Тогда ваши кисти прослужат вам очень-очень долго. Не знаю, может быть, даже вы передадите их по наследству вашим дочкам, внучкам, и вообще просто сделайте из них панно на стен, например. Вот. Что еще хочу сказать? Лично мне, обладателю 100 с лишним кистей, но большинство из них идет для работы, я могу пользоваться тем или иным набором, который вот мои личные в личном пользовании. Сегодня я хочу пользоваться красными, завтра я хочу там пользоваться бамбуковыми, смотря какое настроение. Я не советую вхлопывать тысячи рублей, там 9-6 тысяч, там стоимость одной кисти, подчеркиваю, кстати, натуральные, между прочим, а что с ними может быть, я уже говорила. Кисточки все равно надоедают. Все равно производители производят что-то такое новое. Вот, не знаю, еще буквально пару лет назад все сходили с ума от 217 MAC. В каждом обзоре она была. Сейчас в каждом обзоре Зоева. Через год-другой появится какой-то, может быть, новый бренд, который предложит что-то еще более интересное. Не стоит зацикливаться. И не стоит набирать один набор вот прямо вот просто одного бренда. Нет, ну можно, конечно, здесь совсем уже, кстати, другой разговор, здесь речь идет о статусе визажиста, о его территориальном местонахождении и о стоимости макияжа в том регионе, где он работает. Если вы видите московского визажиста, который говорит, ну я там истратила там 1020-30 на этот набор, для Москвы это нормально, у них стоимость, средняя стоимость макияжа исчисляется от 3000 и больше. Там 4-5, если это визажист титулованный. Разумеется, что такое для него там 20 тысяч? Это 4 макияжа. Какие это деньги вообще? Вот 4 макияжа, у меня там кисти, которые, на которых я буду вообще с удовольствием работать год. Девчонки из провинции, тем более начинающие, не надо бежать на сайты, набирать там, нахапывать Зоевы, Маки и прочее. Во-первых, ваши клиенты уверены в том, что самая крутая косметика вообще, которая существует в мире, это Мэри Кей. В провинции, кстати, это очень распространено. Я у Ханы Мейкбайс, которую я делала совместное видео, как раз вот где-то прочитала пост, она говорит, она увидела у нее там MAC, Makeup Forever, Inglot, значит, в кейсе, сказала, как, у вас нет Mary Kay, то есть вы будете работать с людьми, которые этого не понимают, вы как визажист понимаете, что да, MAC, Makeup Forever и прочие там, Inglot, профессиональные бренды, это же профессиональные бренды, вы счастливы, что вы обладаете ими, а ваш клиент уверен, что Mary Kay это лучше. Также ему все равно, ему гораздо больше понравится кисточка Mary Kay в вашем кейсе, чем кисточка Makeup Forever, либо Зоева, либо там Ателье, потому что он не понимает. И в провинции мейк стоит от 500 рублей. Теперь московские визажисты
почувствует разницу. Сколько придется работать новичку по 500 рублей раз, чтобы окупить набор стоимостью 20 и более тысяч. Я надеюсь, что было вам очень полезно. Если да, то оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вы с чем-то глобально не согласны, вы также можете высказать свою точку зрения в вежливой, нормальной форме. Поверьте, я всегда читаю ваши комментарии. Комментарии проходят модерацию. С вами была Ольга Швец. Всего хорошего. Пока.